ведется строительство станции Нижняя Масловка, которая войдет в третий пересадочный контур московского метрополитена. Она должна вступить в строй через 2 года. Что сделано к данному моменту, знает Алсу Сабитова. Недавно рабочие приступили к строительству перехода между Нижней Масловкой и Савеловской. Пассажиры будут проходить здесь и подниматься по эскалаторам на Савеловскую. Впоследствии их здесь построят. Сама станция Серпуховско-Тимирязевской линии находится над Нижней Масловкой. Пока же путь к тоннелям будущей станции Нижняя Масловка занимает всего 2 минуты. Только добираться придется через 60-метровую шахту. Там продолжаются горно-проходческие работы. 2 тоннеля для движения поездов уже готовы, а механизированные комплексы демонтированы. Все щиты, которые пришли, нам было необходимо разбирать под землей. То есть были сооружены специальные демонтажные камеры размером, диаметром 13 метров. То есть и сложность была, что там специализированный портальный кран, который разбирал вот это, и демонтаж немножко удлинялось, затянулось. А так сейчас выглядит платформа будущей станции третьего пересадочного контура. По сути, пока это тот же тоннель, только его прорубают с помощью горного комбайна. Вагонетки одна за одной перевозят породы, потом их поднимают на поверхность. Применить более быстрый взрывной способ строители не могут, рядом Савеловская. Поэтому так, шаг за шагом, и уже пройдено 50 метров. Мы можем видеть, что уже выполнено первое примыкание к левому станционному тоннелю. Это непосредственно то место, куда люди будут прибывать и выходить непосредственно в средний станционный тоннель. Платформа здесь будет островного типа, шириной 22 и длиной 162 метра. Дизайнеры решили оформить станцию в серых тонах, в цвет пересадочной Савеловской. Один выход приведет на площадь вокзала, другой на Бутырскую улицу. Нижняя Масловка – единственная станция глубокого заложения на всем третьем пересадочном контуре и входит в его северо-восточный участок. Протяженность второго кольца составит около 60 километров. От Нижегородской мы фактически строим авиамоторную, строим электрозаводскую, строим Лефортово и станцию Стромынка. Значит, вот на этот участок у нас везде уже контракты подписаны, идет стройка, уже идут тоннели, проходческие щиты. От станции Стромынка до действующей станции, станция Марьина Роща, будет еще одна промежуточная станция в районе Рижского вокзала. И от Рижской соединяемся с Нижней Масловкой. Помимо строительства станции Нижняя Масловка, здесь появится крупный транспортно-пересадочный узел с переходами, паркингом и гостиницей. Предусмотрена у нас инвестиционная площадка. Под застройку будет этот участок площадью 0,3 гектара в непосредственной близости от Савеловского вокзала. И планируется расположить там гостиничный комплекс. На 180 номеров, высотой не более 15 этажей, общая площадь 13,5 тысяч квадратных метров. А первые поезда поедут по западному отрезку третьего пересадочного контура, где разместятся станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошовская», «ЦСКА», «Петровский парк». Их планируют открыть в следующем году, а Нижнюю Масловку в 2018. Алсу Сабитова, Константин Зарубин, Алексей Кокарев. Москва, 20.